Друзья, с вами Виктория. Сегодня готовим сметанный сливочный крем. Существует много разных вариаций приготовления этого крема. Я вам покажу одну из них. Таким способом я готовлю этот сметанный крем для своих бисквитных тортиков. Получается крем очень вкусный, готовится просто и из доступных продуктов. Сначала 600 грамм жирной сметаны откидываем на марлю. Я это делаю всегда заранее, за день, оставляю сыворотку стечь в холодильнике на ночь. Сметану желательно брать как можно пожирнее, минимум 20% жирности. Сметану берите с расчетом на 20% больше, чем нужно, так как сыворотка стечет. В емкости смешиваем 450 грамм сметаны. К сметане добавляем 450 грамм маскарпоне. Вместо маскарпоне можно взять любой другой сливочно-творожный сыр типа Филадельфия. И добавляем 200 мл жирных сливок. Добавляем 150 грамм сахарной пудры. Я рекомендую добавлять именно сахарную пудру, а не сахар. Сначала все разминаем обычной ложкой и затем начинаем взбивать миксером. Взбиваем на низких оборотах, постепенно увеличиваем обороты и продолжаем взбивать. Время от времени зачищаем края емкости и продолжаем взбивать. У меня на этот процесс уходит обычно 4-5 минут. Для взбивания желательно брать емкость с высокими краями, и все продукты предварительно должны быть очень хорошо охлаждены. Сметанный сливочный крем получается очень вкусный, он прекрасно держит форму, получается густой, стабильный, но в то же время его нельзя использовать для выравнивания тортов или для их украшения, а просто в прослойку для бисквитных тортиков. В этот раз я использовала этот крем для приготовления клубничного торта. Ссылочку я вам оставлю в последующем в описании под видео. Также приготовление этого торта можно будет увидеть в одном из последующих видео. Надеюсь, этот рецепт вам пригодится. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.